Добрый вечер. В эфире «Вопрос пристрастием» в студии Вадим Родионов. Сегодня у нас в гостях журналист, главный редактор портала imhoclub.lv Юрий Алексеев. Юрий Алексеев родился в Норильске, Россия, в 1958 году. Закончил Рижский политехнический институт, специальность радиотехника. Работал ведущим инженером-конструктором на ПО «Радиотехника». С 1992 года работает в прессе. Занимал должности главного редактора в журналах «Коммерсант Балтик», «Бизнес ЛВ» и газете «Бизнес и Балтия». Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо, что пригласили. Как оцениваете высказывание бывшего министра экономики Артиса Кампорса, который заявил, что русские СМИ зомбируют своих слушателей, читателей, зрителей и так далее? Ну, наш бывший министр Артис Кампорс – особая статья. Он еще прославился министром экономики, когда он был. Но и сейчас, как знаток человеческого общества, он тоже... Ну, с моей точки зрения, славное сказал. То есть наш кампас думает, что телега стоит впереди лошади. Это означает, что в обществе у нас все прекрасно, замечательно, и вот подлые журналисты только значит, ссорят две общины. Интересно, а вот он вообще русскую прессу читает, наш министр. Он, ну, бы... по-русски он говорит прекрасно, так что можно сделать вывод, что, наверное, каким-то образом читает. Ну да, ну это будем, будем, будем надеяться. Если, а если серьезно, то в общем-то дело не в том, что а, пресса не может зомбировать, пресса не может а, навязывать обществу свое мнение. Такие а, это, как сказать, а, а, Сказки. Это такие э, в советское время. Это политруки в, значит, в воинских частях читали политинформацию и говорили: вот буржуазная пресса клевещет. Вот, собственно говоря, то же самое сейчас повторяет наш политрук который говорит, что это пресса клевещет, а в обществе все хорошо. Дело в том в том, что в обществе нехорошо. 20 лет загоняли под лавку значит, общественное мнение русской общины, никто ее не слышал, никому она была не нужна. И Кампас сидел таким хомячком, ему не было, ничего не было интересно. А о чем вообще говорят русские, о чем они думают? Вот какие-то исследования проводились. Кстати, давайте поднимем социологические исследования за эти 20 лет и поищем в этих исследованиях, где он нашел, что все было хорошо. То есть. Все 20 лет социологические исследования, как только вопрос вставал на какую-то тему остронациональную, национальную, русские были с одной стороны баррикад, а были с другой стороны баррикад. Все 20 лет ничего не изменилось. И вот сейчас, когда в обществе возник, так сказать, русскоязычном обществе подъем, ну надо же найти виноватого. То есть они... получается, что просто русскую прессу в данный момент заметили, на нее обратили внимание представители, в том числе и правящие политические Да я липи. думаю, что они и сейчас ее не заметили, они и сейчас ее не читают. Потому что если бы они ее читали, они бы видели, что в русской прессе разные мнения есть, есть взвешенные. Там нет голого зомбирования, вот лупим мы туда и сюда. Нет, сейчас в русской прессе очень много печатается высказываний нашего национального блока. То есть как только какая-нибудь элерта скажет, что латыш должен отинтегрировать одного русского... Вся русская пресса все это перепечатает. Вот ну, это... Может быть вопрос в акцентах и вопрос в иронии, что такие высказывания, которые бывший министр культуры наверняка делает на полном серьезе, а русская пресса печатает с точки зрения иронии и даже какого-то сарказма. Знаете, Вадим, э, ирония и сарказм – это такие понятия э, абстрактные. Их, э, не у каждого есть достаточное чувство юмора, чтобы поднять понятие это. Может быть, она пошутила, я вот не понял. Если это такая особая, э, особая это как английский юмор, особый латышский юмор, вот это, тогда может быть. Но я шутки не понял. Я думаю, что э, ее коллеги тоже эти шутки не поняли, что это шутка. Она решила, что это всерьез. По большому счету, э, валить на прессу это любимое занятие советских коммунистических пропагандистов таких суконных деревянных что пресса виновата что пресса оклеветала что у нас в советском союзе все хорошо но пресса буржуазная это черт возьми на склевещет хотя никто ее в Советском Союзе не читал, но она все равно клевещет. То же самое делает господин Кампас, то есть об, обвинить. Дело в том, что газета так устроена, что если я, вот я 20 лет работаю в газетном деле, много-много лет был редактором газеты, если я начну в газету ввести в какие-то такие... То есть учить людей. Говорят, что газета это, должна учить людей. Если, как только я начинаю учить людей... Это уже практически по Ленину. Да. Меня тоже меня перестает читать. То есть, вот сколько было попыток такой смещения. А давай-ка мы сделаем вот это. Будем народ тянуть вот в эту сторону. А народ просто перестает читать такую газету. Не э, пресса управляет обществом, а общество прессой. То есть, общество требует то, что ему интересно. То, что, о чем оно думает. Если журналист пишет так, как думает общество, адекватно, и в обществе есть резонанс, резонирует, то есть это он созвучно э, пишет, что думает общество. Общество на это дело э, реагирует, что оно читает, слушает, там, смотрит, поделит по ТВ. Но, и, а да. пресса, средства массовой информации, они каким-то образом могут манипулировать общественным мнением? Нет. В данном случае нет. Но, Вадим, ну, пресса сейчас это не источник информации. Пресса это передатчик информации. То есть, вот мы сейчас что обсуждаем? Что сказал Кампас, что сказала Эллерта? что сказал президент Берзин? То есть отталкиваемся, что, что от сказал уже Владимир Ленинцов. Конечно, поводов, да? конечно. Вот редкий случай, когда два журналиста сидят обсуждать. Но у нас как бы передача не новостная. У нас как бы, самая передача такая комментационная. Но редкий случай, когда к вам приходит именно журналист, то журналист и вы журналистам беседуете. То есть я сейчас являюсь вроде бы источником информации. Но в основном это э, есть ньюзмейкеры, такая компания людей, которые постоянно э, во внимание журналистов, это политики, это крупные бизнесмены, это экономисты, это, может быть, ученые, э, преподаватели, которые имеют круг определенный круг, из которых выходит информация. Пресса ее берет, усиливает и передает обществу. Собственно говоря, во всем мире пресса так работает. То есть взять откуда-нибудь, вот сейчас мы захотим сделать такую очень позитивную передачу, что у нас в Латвии все хорошо. Где мы найдем такого человека? Это, это скажет. Который вот скажет нам, что придет сюда и скажет, что ребята, интеграция у нас замечательная. Не, но таких людей масса. Мы можем найти такого человека. Вопрос, будут ли его слушать и будут ли его смотреть. Да и не найдем. Дело в том, что э, болтуна какого-нибудь можно найти. Но надо, надо найти тот, который это серьезно скажет. То есть, ну, сейчас, в наше время, э, при наличии такой, э, так сказать... Э, лакмусовой бумажки, такого проверочного теста любому средству массовой информации, как интернет. То есть, может быть, интернет сам э, не дает каких-то особых там, ну, не берет, допустим, интернет, интервью у президента. У президента интервью берет журналист. Но если президент начнет там врать в этом интервью, в интернете, ты сказать, а вчера он говорил мне это, а позавчера он говорил совсем другое, а позавчера и так далее. То есть это есть такой измерительный прибор для политиков, для журналистов, для всех, 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 кто выходит как средство массовой информации, который проверяет их на честность, тестирует. Это получается такой защитный барьер. Да, совершенно верно. То есть, может быть, еще, там, скажем, 20 лет назад, до, до интернетной эпохи, можно было написать в газете какую-нибудь чушь, сказать по телевидению какую-нибудь ложь. По радио, и так далее. И это как бы сошло. Там не слишком образованные люди приняли бы это за чистую монету. Извини, нет уже таких необразованных людей. Ну, редкие люди, которые не читают интернет, которые не откомментируют, там, не, не почитают, что, а что об этом говорят другие. То есть, сейчас, как бы, с точки зрения вот, господину Кампоса, я бы хотел совет такой дать: что эпоха изменилась. Врать врать. И просто э, болтать так вот э, налево-направо, мести языком, стало не, э, небезопасно. У нас, э, помнится, э, в первое свое правление президент Вайравики Фрейберга не, не, понимал, не понимала, что есть э, уже интернет. Она давала интервью, сегодня она дает французам интервью, говорит одно, завтра она дает э, россиянам интервью, говорит другое. После завтра она дает в Латвии интервью, говорит совершенно третий, совершенно три разных вещи. И потом все читают это на, и на СМИ. Да, да? Потом, да, потом находятся люди, которые это раз, раз, раз собрали, посмотрите, кто наша президент тут поднапляпала. Вот, она, потом она поняла, потом она стала осторожнее, потому что сейчас все можно проверить. То есть в данном случае обвинение, что пресса разжигает розы, простите, господа Камперсы и Эллерты, а вы чем занимались 20 лет? Но Тем не менее, блок единства, который представляет и госпожа Эллард, и господин Камперс, достаточно серьезно обсуждал возможность обращаться к русскоязычному населению через русские СМИ. Ну, как считаете, у них могло бы получиться? Как бы так сказать, всегда открыто, кстати. эта тема о том, что русские СМИ не дают слова значит, нашим латышским политикам, она была высказана где-то месяц назад перед новым годом. Не помню, кто это сказал, там обвинил, что русские СМИ не дают слова. Но, в частности господин Апинис это высказывал, ага. президент Общества врачей. Ага. Ну, он не совсем политик, но тем не менее. Ага. Значит, Вадим, вы считали, сколько у вас русских, сколько у латышских на передачу приходит так сказать, политиков, ньюзмейкеров? По моему, латышей больше. Больше, безусловно. Аналогично у Уважаемая мною Андрея Мамыкина, примерно три к одному латыши русские политики. В прессу, посмотрите, любую газету откроешь, на первой странице, что сказал этот политик, что сказал этот политик, что сказал этот политик. То есть, простите, слова латышским политикам в русскоязычных СМИ больше, чем нужно. То есть, они даже не не могут воспользоваться всеми возможностями, которые им предоставляют русские СМИ. То есть это, это не просто ложь, это ну, наглая ложь, я бы сказал, что русские СМИ не дают высказаться латышским политикам. И я помню, когда, э, в 2004 году, был такой момент, э, когда э, перед самым вступлением в Евросоюз э, штаб русских школ готовил большую и большую демонстрацию протестную против реформы русских, э, русских школ против облатышивания русских школ. Так называемая реформа 2004. Да, реформа 2004. А я тогда работал значит, в Израильском доме Фенстер, газета «Коммерсант Балтик Дейли». И политики, такие как Эйна Рэпши, премьер-министр, и Карлис Шадурскис, черный Карлис, министр образования, их секретари позвонили редакторам мне, как редактору Александру Сергеевичу Блинову, редактору «Вести сегодня», Позвонили и попросили, что наши э, министры придут и хотят дать вам интервью. И приехали два министра и давали интервью на русском языке, волновались, потели, значит, э, чтобы только русские журналисты их услышали, чтобы написали, написали в своих газетах, что не надо выходить на демонстрации там против э, реформы русских школ. То есть, им кто не дал слово, что ли? Да ради бога. Но главное, что вот тогда это был еще такой случай, когда они вдруг захотели поговорить с русскоязычным населением. Причем по-русски говорили, что интересно. То есть сейчас, получается, повторяются да, те события. Да. Сейчас представители Клюну правящего блока тоже желают говорить с русской аудиторией. Клюну жареный языке. петух. Раз в 10 лет у наших политиков возникает идея поговорить с русским населением. Ну, пожалуйста, вперед, где, кстати с удовольствием послушал бы по-русски их. Тем не менее, эксперты указывают на то, что в Латвии существует два информационных пространства, и это серьезная проблема. Она, как отмечают, мешает сплочению общества. На ваш взгляд, почему действительно русская и латышская пресса так по-разному отражают события, которые происходят в стране? А это с того, с чем мы начали. По-разному две общины, которые разошлись. То это, есть, не... это исторически все обосновано. Не, не исторически. Это политически нас развели. Это политики развели эти общины. А русская пресса только отражает ситуацию. Если Латыши не слушают русских, ну, положим, я наполовину латыш. Я раз в год на капу Светки езжу на, так сказать, городовым могилам в Валмерский район, такой городок Руина называется. И встречаю там свою латышскую родню количеством человек 50, которые тоже приходят на эту капу с ветки, И мы начинаем тереть за политику. То есть я для них вроде такой рижанин, они все уже народ, народ пожилой там, я вроде рижанин, ну хоть я русскоязычный, но латышского языка мне достаточно, чтобы поговорить значит, со своей родней за политику. Я им, мне им приходится объяснять совершенно простые вещи. Допустим, им, во всех средствах массовой информации, когда это была вот эта, опять же, пресловутая реформа русских школ, им все средства массовой информации объяснили, что русские не хотят учить латышский язык. Вот, у них было полное убеждение, что не хотят учить латышский язык. Они не ходят на уроки латышского языка, поэтому вот это надо. Их так убедили. Их так убедила пресса. Их так убедило их телевидение, радио. Ну тогда получается, возвращаясь к теме зомбирования, что латышская пресса зомбирует нет, своих читателей. Она слушателей, тоже не зомбирует, зрителей. она делает тот заказ, который подан со стороны общества, со стороны политики. Если два народа, русский и латышский, в течение 20 лет изо всех сил растягивают как можно дальше друг от друга, мы сейчас растянутся настолько, что вот, кстати, русские еще читают латышскую прессу, слушают российские каналы. Наоборот, как правило, нет. То есть латыши меньше знают о жизни в своей стране, чем русские э -э -э о жизни в своей стране. Вот. Э -э нас растягивают 20 лет. Пресса только зеркало этого. А растягивает, простите меня, вот эти камперс с Элерта. Вот это они. Некоторые эксперты указывают на то, что между русской и латышской прессой идет своего рода информационная война. И это, в общем-то, можно наблюдать на примере э, того же референдума за русский язык, как второй государственный. Когда даже информационные агентства, вроде «Леты», позволяют себе оценочные суждения в, в абсолютно информационных текстах. Ну и так далее. С русской стороны тоже есть, наверное, какие-то передергивания. Как вы считаете, это действительно так? Есть вот этот Возможно, факт информационной войны? Ну, не существует, так сказать, агентство «Лета» такое великое. Есть конкретные люди, конкретные журналисты, у них свое, свое мнение. И вот я, общаясь э, с латышскими коллегами, частенько сталкивался с тем, что эти люди тоже не знают, о чем идет речь в этой стране, когда касается дел русской общины. Они тоже не интересовались этим. Они, так сказать, члены своего общества, своего сообщества. 20 лет никто не хотел знать, о чем думают русские здесь, о чем они говорят и так далее. Никого это не интересовало. И вот теперь с легкой руки Владимира Линдермана, когда русские вдруг собрались, апа и подписались почти 200 тысяч. Казалось, ой, это же не, не, не 10-15 отморозков, как нам рассказывали. Сейчас удивление в латышском обществе. Как 200 тысяч? Ай вай девини. Их так много, оказывается. Нам говорили, что 10-15 придурков. А тут 200 тысяч, сейчас будет референдум, будет 300 тысяч. Это еще будет больший шок. Это э, говорит только о том, что эти 20 лет мы не слышали друг друга. Латыши русских не слышали. Русские латышей слышали, но просто нельзя было иначе, потому что они латыши во власти, латыши руководят этой страной, они выдают всякие, э, типа, интегрировать по одному русскому, всякую такую э, чушь несут. Мы этого вынуждены слушать, а вот и нас не слышали. Вот теперь они вдруг услышали и удивились. Батюшки мои, а здесь, оказывается, еще и русские есть. Оказывается, они еще не все такие, это самое, интегрированные по электро. Наше интервью мы проанонсировали в социальной сети Facebook и откликнулись наши телезрители. Сейчас я вам зачитаю один из вопросов. Юрий, скажите, как по-вашему возможно ли создание политической силы, способной объединить все общины Латвии? На экономической базе. Экономическая базе? Ну, можно расширить немножко вопрос. И на политической тоже, наверное. Хм. Тут хитрый вопрос. Экономическая база. Вот мое личное мнение, это мое, мое личное мнение, что экономическую базу в этой стране мы не построим до тех пор, пока у нас будет расколота страна. А что мешает? Экономика экономикой, политика политикой. А, политика, а, политика. а, мешает, а мешает сейчас а, то чему мы жили эти 20 лет? Разобщению общества. Разобщению. Дело-то в том, что почему, спрашивают, почему у нас там политики такие, ну, либо воры, либо идиоты. Партия ну, жуликов и воров. Партия жуликов и воров, то по есть. По аналогии что... с Российской да, Федерацией. Да, да, да. Значит. Э, по, почему они там такие? почему они они честные, принципиальные, болеющие за страну люди. Вот вопрос: почему? Неужели таких нет в стране? Есть! Достаточно людей в таких стране? Они не идут в политику. А почему? Вот вопрос, почему? А потому что в политике востребовано не это. В политике 20 лет востребован тот, кто громче крикнет, э, это самые оккупанты вон из Латвии или нечто подобное. Вот эти востребованы. То есть это получается, так сказать, естественный отбор наоборот. Когда мы начинаем выбирать не по лучшим качествам, а по худшим, Потому что национализм, национализм, шовинизм, я считаю, одним из худших качеств человеческой натуры. Одним из худших. И мы 20 лет культивируем худшие качества у себя во власти. Но в то же время и, и под... не только во власти. Посмотрите, Линдермана <coughs> тоже в какой-то степени поднял популистический лозунг, который заведомо обречен на провал. Ну, будем откровенны, русский язык вторым государством в Латвии не станет. Не считаете, что здесь можно провести аналогию? Нет. Это сейчас тоже говорят, что типа, вот с одной стороны у нас Райвис Зинтерс радикал, с другой стороны Линдерман радикал. Простите, нет. Райвис Зинтерс полгода назад хотел закрыть латышские школы, русские школы. Закрыть. Линдерман что, требовал, закр... требует закрыть латышские школы? Простите. Линдерман требует равноправия русских и латышских. Только равноправия. Вот до такой середины, когда мы будем равны в правах. Дальше требования Линдермана не простираются. И почему-то э, человека, который требует равноправия, называют радикалом. Простите, это только в Латвии возможно. Называть радикалом того, кто, кто требует равных прав, кто требует не делить людей на граждан первого, второго сорта. Не делать русский язык язык почти половины населения иностранным в этой стране. А его называют радикалом. А равен. Чемодан ⁇ вокзал Россия ⁇ закрываем русские школы ⁇ чертовые матери ⁇ и так далее. То есть их ставят на одну планку э, обоих. Это, 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 это искаженная система измерений, которая в нашей стране существует. И никто не удивляется, кстати, что Линдерман радикал, человек, который требует равенства. И тот, который, ну не знаю, ну шовинист, редкий такой. Вы ярко выраженный шовинист. И они у него, у нас в обществе считаются оба радикалами. То есть, получается, что у нас в обществе сильное стереотипное мышление, потому что какие-то аргументы а мы не скажем, учитываются? Ну, или и как. Мышь, мышление за 20 лет смещалось, мозги смещались. То есть, если еще 20 лет назад, кстати, вот 20 с небольшим лет назад, 15 ноября 1991 года, когда был принят закон о иммиграции, который в одну ночь, сделал 850 тысяч этих самых неграждан, до этого мы все были граждане. Вот. Мне э, до сих пор я не могу понять, почему русское общество не вышло на улицу, не потребовало прав своих тогда. Вот для, я до сих пор да, в голове у меня не укладывается. Почему? Нас было здесь почти половина страны. Почему мы не потребовали? Вот, вот это загадка. И после этого мы пошли тогда на уступки. Эти приняли не гражданство, это эти фиолетовые паспорта, эти окна натурализации, и все это. И 20 лет идет смещение, смещение от, рус, от прав русскоязычного населения, откусывает, 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 откусывает по кусочку. Вот как, а уже совсем мало осталось. Вот сейчас один выискался клоун говорит, А давайте закроем вообще русские школы. Вот на это была реакция. Ах, вы так? Ну, тогда мы пойдем принципиально. То, а что... докуда пойдут, кстати. Какой ваш прогноз? А закончилась просто... вся эта история 18 февраля нет, с референдумом? Нет, 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 это только начало. Это только начало. Начало чего? Вот я историю с референдумом за русский язык не считаю тоже, что референдум за русский язык вдруг с каких-то непонятных, чудесных небесных сфер вдруг станет государственным. Я в это даже на девять 99, 99 там, в периоде процентов не могу себя такое представить. Но вот этот вот референдум, и именно по такому принципиальному вопросу, это, я бы так сказал, это перекличка. То есть мы должны пересчитаться русские здесь и узнать, сколько нас. Нас действительно там несколько десятков отморозков, или нас здесь народ. Или мы все за это. Или мы все против этой национальной политики. Вот есть такая. Была когда-то такая графа бюллетеней голосования против всех. <coughs> в данном случае, вот это вот голосование за, за, за референдум э, за русский язык, это против национальной политики в этой стране. Вот. Называйте это так. То есть это протест. Это протестное голосование, где мы пересчитаемся, сколько у нас будет. Я полагаю, что у нас будет не меньше, чем 300 тысяч. То есть сколько здесь русских граждан осталось. Столько здесь и будет. Я не, я не шибко верю в результаты наших э, тех самых циков избирательных комиссий, которые э, говорят, что у нас там русскоязычных граждан там, 450 тысяч здесь и так далее. Нет, 150 уже там, которые, ну, я вчера просмотрел карту вот этих вот участков для голосования по э, миру. Ну, есть ли они там, ну, скажем, э, Многим надо ехать, чтобы проголосовать, ехать несколько сотен там и тысяч километров даже по Европе. То есть не не везде этих участков есть, как у нас в соседнем доме. То есть, те, То кто есть уех... по сути это потерянные голоса. Да, те, кто поехал туда, те голосовать практически не будут, хотя какие-то пара тысяч я думаю, проголосуют, но не те 150, которые там. Давайте еще один вопрос из социальной сети Facebook нам э, поступил. Э, как вы считаете, может быть, титульная нация поймет, что русские хорошие только тогда, когда нашу страну заселят иммигранты, в лучшем случае, с Ближнего Востока и Азии? Может быть, действительно на контрасте возникнет какое-то осознание того, что местные русские – это не так страшно для латышей? Нет, если бы такое случилось, они, бы, конечно, сообразили, да, что русские все-таки лучше, чем, скажем, там, ребята из Туниса или там из Ливии, которые... Ну, дело в том, что ребята из Туниса, из Ливии сюда не поедут, то здесь холодно. Для этого... Только в этом причина? В Финляндию ездят, в Швецию едут. А, в Финляндии богато, а здесь бедно и холодно. То есть, вот они же тоже не дураки. Если отсюда собственное население бежит, то э, что это им сюда? У нас же Европейский Союз, границы открыты, ну хорошо, но ну привезут сюда, положим, несколько, там, десятков тысяч ливийцев. Поселят их какое-то время, попытается или-то их интегрировать, значит, по ним по, поинтегрируют, поинтегрируют, да, они разбегутся с этого дела, причем разбегутся куда-нибудь в теплую Францию, там, в Италию. Да, и так далее, то есть, то есть ну, проблема нелегальной миграции Латвии в общем-то не грозит. Нет, вот. нет, пока граница открыта. Если Евросоюз введет э, чего, чего, я в общем-то вероятно совсем не оставляю, что через каких-то несколько лет снова будет вис, введены границы и э, перекрыта, то есть я думаю, что пойдет в обратную сторону, то маятник качнется, то есть открытость Европы, как показывает сейчас, приводит э, без контроля и без предела. Вот. я думаю, что э, ну, когда границы прикроют, тогда, возможно, здесь останется какое-то количество, которое не сбежит. Э -э, ну, а так? Но даже не в этом дело. Если бы сюда еще приехали какие-нибудь работящие турки, какие-нибудь работящие э -э, эти, там, представители там, южных стран, таких довольно много. Китайцы, например, чудесный народ. Хоть, хоть 20 миллионов сюда китайцев завези, мы же будем процветать. Значит, ну, нам сейчас выводим до пенсии далеко, а есть люди, которые вот-вот уже вот-вот, и которые уже на пенсии, а им а их кто так должен кормить, а когда вся молодежь валит за границу, когда здесь вот результаты переписаны, волосы дыбом встают, то есть треть населения за 20 лет, опа! Причем это треть населения э -э, по статистике смотреть, то есть, это молодежь. Ну, экономически старики... активные. Да. да, старики остаются все тут. Им некуда податься. Они не нужны ни в Германиях, ни в Ирландиях, ни в Британиях. Они остаются здесь. То есть, а есть, те... все равно без эмиграции нам не обойтись. Да, если, бы сюда... если бы сюда приезжали какие-то работящие, ну что же делать? Ну, ребята, ну, профукали страну. Свое население свалило. Ну, надо же как-то выживать старикам, чтобы не померли. То есть, ну, тогда надо призывать каких-то, кто здесь будет что-то работать, платить налоги, чтобы старички э, жили нормально, э, не голодали. То есть, а это к тому все идет. Ну а в этом случае, на ваш взгляд, национальный вопрос, существующий между русскоязычными и латышами, отойдут на второй план? Или все-таки эта тема, которая 20 лет как? мы видим, остается на повестке дня, все равно никуда не денется. Видишь, ли, Вадим, у меня на этот счет такая мысль, что если мы в ближайшие годы не решим вот этот вот вопрос национальный, чтобы воссоединить снова нашу страну, если мы это не решим, то у нас нам будет все равно. Не будет здесь ни тех, ни других, ни третьих. Все уедут там за рубеж. А старики, они, кстати, особенно не... им все равно. На каком языке я там говорю? Они же не работают. Они сидят, один смотрит свой телеканал в телевизор, Санта-Барбару на русском языке, второй в переводе на латышский язык. Им по барабану. А вот тем, кто еще активен, кто еще в этой стране хочет жить, что-то строить, воспитывать детей, им равноправие нужно. Ну вот, я так думаю, что если мы этот вопрос не решим с разноправием, то уже будет все равно. То, ай, огнем. Не, не хочет этот народ, чтобы у него была своя страна, свое государство, процветающее со своей молодежью и так далее. Хочет всех разогнать там по забуграм. Да и бог с ними. В конце концов, у нас русских вон есть. Великая Россия, русский народ не вымрет вместе с нами. Там есть Великая Россия, вон там пол, полтораста миллионов народа, одна седьмая часть суши. Эти не пропадут. То есть, э, а латышский народ вполне возможно, может. Ну что ж, я думаю, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Спасибо, Юрий, что пришли, и всего вам доброго. Спасибо. Вы смотрели «Вопрос пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был журналист, главный редактор портала imhoclub.lv Юрий Алексеев. Смотрите нас на телеканале «Просто ТВ» и слушайте на радио «Болтком». А также задавайте вопросы нашим гостям в социальной сети Facebook. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.